две цифры. Первое. Из всех альтернативных методов добывания энергии на сегодня рентабелен только один. Это добыча электричества из тепла Земли. И то не во всех местах. В России, например, ветряки рентабельны только в двух местах. По побережью моря Лаптевых и Чукотского полуострова. Проблема только в том, что там нет людей. А цифра вторая. Чем выше доля нетрадиционной энергетики в энергобалансе того или иного района, региона, тем выше там стоимость электричества. Для людей. Почему? Потому что надо содержать резервные традиционные мощности, которые, поскольку они значительную часть времени не работают, то поэтому они дорого стоят. А большая часть нетрадиционных источников в Евросоюзе существует только за счет дотаций. И последнее, это я прочитал из доклада, который сделал руководитель Роснефти на конференции в Вероне в октябре этого года. Он сказал, углеродный след, то есть совокупный объем выброса углерода, СО2, который привязан к одному электромобилю, больше, чем у традиционного дизельного автомобиля. Почему? Потому что надо вырабатывать электричество надо из традиционных источников в значительной части, потому что надо добывать редкоземельные металлы, и надо потом утилизировать аккумулятор, который, вот утилизация аккумулятора очень дорого. Споры о зеленой энергетике идут очень долго и будут идти еще долго. То, что сейчас происходит, это то, что называется пиар-компания. Какова будет судьба нетрадиционной энергетики после кризиса, когда с дотациями будут проблемы? Это отдельный, очень большой вопрос. Я не специалист по энергетике, поэтому я в этих цифрах, я прочитал, я, соответственно, у меня нет оснований этим цифрам не верить, потому что они очень простые. Только дело доходит до сложный анализ, то тут я как специалист по моделированию могу сказать, все зависит от той модели базовой, на основании которой вы считаете. Модели изменились цифры. Я по образованию окончил кафедру теории вероятности и математической статистики механико-математического факультета МГУ. И работал еще в 70-е годы в Институте статистики и экономических исследований Госкомстата еще СССР. И поэтому я очень аккуратно отношусь к цифрам. Я просто хорошо понимаю, что за ними реально стоит. Люди, которые не понимают, что любая статистическая цифра – это не описание реальности, а описание модели, которую еще непонятно кто сочинил и которая в чем состоит. Вот мы успели обменяться пару слов до начала мероприятия. Человек, который получил статистическое образование, это знает точно. Вообще статистика, она не дает точного ответа. Она говорит вероятность того, что верна или неверна данная гипотеза. Гипотеза это тоже всегда модель. По этой причине у меня нет очевидного ответа на вопрос о зеленой энергетике.